те две платы и прочего всего. Одно тогда французское прочитаю. Это я на Твиттере выкладываю. Я тебе на Твиттере пишу стихи. Это нормально. Demain, je sais, ça ne sera plus vivant. Rien qu'un tas de poussière, puisque c'est terminé la journée. Mais une âme brûle contre les vitres. Elle claque, elle brise, elle brille, elle crie. Dépersonnifiée, dénudée, devenue à travers la nuit. Rien qu'un petit insecte, une petite herbe, même pas un oiseau, ni papillon. Ça parle encore, oui. Une petite feuille aussi, ça se lit. Seigneur, je vous prie, ne me laissez pas comme mémoire, ne me laissez pas comme offrande, ne me laissez pas comme devoir, au détriment de moi-même, en personne. Demain, je sais, ça ne sera plus lisible, rien qu'un tas de cendres, puisque c'est terminé le chemin, et on ne peut arriver nulle part, quand on n'est qu'un condensé de mots, et vient la folie. Qui craint le feu, démystifié, déchiffré, devenu à travers les heures, rien que de petite et ridicule, ni même précieuse, ni belle, ça gonfle encore, oui, et une petite feuille aussi, ça se dit, Seigneur, je vous prie, ne me laissez pas comme une chose, ne me laissez pas comme un corps, ne me laissez pas comme un blanc, au détriment de moi-même. En parole. На русский можно, тогда я тоже прочитаю. Но это подстрочник. Завтра я знаю, это больше не будет жить. Только куча праха, потому что окончен день. Но душа горит, в окна колотит, бьется всем блеском, кричит. Обезличенная, обнаженная, обернувшаяся посреди ночи, всего лишь маленькой мошкой, былинкой, даже не птичкой, не бабочкой, все еще говорит. Да, еще маленький листочек, и можно прочесть. Господь мой, прошу вас, не оставляйте меня как память, не оставляйте меня как приношение, не оставляйте меня как урок в ущерб самой себе воплоти. Завтра я знаю, это больше не будет петь, только куча пепла, потому что окончен путь, и нельзя никуда прийти, если ты только сгусток слов, и приходит безумие, и боится огня. Разоблаченная, разгаданная, разосланная посреди времени, всего лишь маленькая и смешная, ни красоты, ни жеманства. Это еще растет, да, еще маленький листочек, и можно сказать, Господь мой, я вас прошу, не оставляйте меня как вещь, не оставляйте меня как тело, не оставляйте меня как пробел, в ущерб самой себе, в глаголе. Я еще вчера, как раз перечитывая Ариэль Гришина именно, даже больше Леди Лазарь, мне такая пришла в голову реплика. Тут, конечно, очень многие вещи явно сказаны в лоб, но это больше реплика. Мои любимые, кому я шепчу, кого обвиваю ветром, кого укрываю вершинами, на кого не схожу, неужели вы назначили это на один и тот же день, даже не сговариваясь? Мое ритуальное убийство. Давненько вы этого не делали. Не изгоняли злого духа из селения. Не изгоняли меня из мира. Я прежде не видела вас настолько сплоченными, полными веры в себя. Теперь все у вас будет хорошо. Я никого не потревожу ночью. Не буду устраивать театр теней, разыгрывать греческую трагедию. Вы мне сейчас сами разыграете чудо, которому равных нет. Как по нотам. Дни осеннего равноденствия, дни летнего солнцестояния, метеоритного дождя, парада планет не бывают такими плодотворными, как тот единственный день на свете, когда вам позволено ко мне прикоснуться. Заложите дверь поплотнее, подоприте чем-нибудь тяжелым, расстелите солому, теперь можно. Дым такой едкий. Выкуривайте меня из пространства моего немеркнущего дома, немеркнущего тела. Интересно, вы думаете, что я все-таки женщина или нет? Золото, золото, как искрится, сияет. Это солнце или какой другой, непонятный еще подарок. Возносит меня до неба лучистая колесница. Доведется ли мне на этот раз смертью умереть?
или снова кружить по просторам, потихонечку воскресая. И если что останется здесь, то будет пепел. Реплика больше. Там еще нормально не разрядилась. Уже идет к концу, я заполучаю.